куда-нибудь. Значит, кроме нас никто не проскочил. Егорыч, к мосту! Потрудились союзнички. Захламили дорогу, жильтмены. Осторожно, Егорыч! Они, сволочи, и под пацанов мины кладут. В укрытие. Парень, а парень, как звать-то, а? Ты чего? Как чего? Ребенок-то глухой, не слышит. Как звать-то, а? В самом деле не реагирует. Контужен. Что ж теперь с ним делать-то?
Отвезти надо. Куда? К людям. Хорошенькое дело получается. Александр Егорович батя назвался. А из меня няньку сделали. Ты есть хочешь? Хочешь. Эх. Я тоже хочу. Мост взорван. Выше железнодорожный. Здесь должны быть наши. Попробуем. Парня покрепче держи. Парень, парень! Молодец, парень! Ну-ка, смотри. Ну, лезь. Эх ты, бутуз! Хорошо тебе с нами? Ну вот, полный порядок. Надо ему имя дать. Хоть какое-нибудь. Имя? Имя придумать недолго. А что тут думать-то? Имя папаши. Александр. Сашка. По-моему, самый подходящий, верно? Есть получше имена. Гордиться надо, Егорыч. Такое имя великие люди носили. Македонский, Невский, Пушкин. Так что зачисляем тебя в экипаж и ставим на полное довольствие, Сашка. На-ка, жуй сухарь, Пушкин. Ты поаккуратней с сухарями-то. Попадет крошка, поперхнется. Штуку открыл. Что еще за штуки? А ну покаж. Сашка-то наш, особо женского полу. Два. Фашисты. Вижу, Егорыч. Вперед. Сашка делает. Отдыхает. В чем дело? Гусеницу повредили.
Этого еще не хватало. Заклинила сволочь. Жалко, пулемет не прихватили. Стой! Сашку на тот берег я прикрою. Товарищ капитан! Не торговаться! Вперед, Миша! Гады! Это же ваша девочка!